Привет, Ванечка. Привет. А где Анжела? На работу ушла. Я целый день дома один кукол. Аля, отойди от него. Что тебе надо? Иди сюда. Уходи. Свали отсюда. Ты всегда притащила этого Кунцева. Он же меня сдаст. Я не видела, что он за мной ехал, прости. Толик, уходи. Аль, послушай меня, пожалуйста. Я не знаю, что он тебе наговорил, но все это ложь. У меня видео. Это он твою маму под машину толкнул. Ваня. Что, Ваня? Что, Ваня? Она моего сына в детдом сдала. Надо было ее посильнее толкнуть, чтобы уж наверняка. Ты рот закрой. Сядь в машину. Подожди. Аля, иди в машину, пожалуйста. Подожди. Ваня, ты же не такой. Ты же мне говорил, что у нас семья. Что ты ко мне приехал. Да сдалась ты мне. Я задолжал денег очень серьезным людям. Третий месяц на процентах стою. Вот. Ножом пырнули. В следующий раз они бы не промахнулись. Так ты знал, да? Ты знал про завещание, и ты не ко мне приехала, а участок продавать. Это мы с отцом классно придумали, да? Мы подумали, что ты девка не жадная, на бабки не позаришься. А другого способа передать участок мне не было. Я ж трупом числюсь. Ты ублюдок, а? А ты вообще заткнись. Ты все детство как сыр в масле катался. А мне свой кусок зубами приходилось выгрызать. Не получишь ты наследство. Ни капельки. Я все передала Кунцеву. А ты в тюрьму пойдешь. Я звоню в полицию. Это мы еще посмотрим, кто туда пойдет. Я руки от него убрал. Толик! Уйди! Толик! Ты как? Толик! Надо звонить в полицию. Я позвоню. Черт. Алло, Вадик. Ларин свалил. Как свалил? Как? Машину мою забрал. Ну ты что, его не задержал, что ли? Слушай, я пытался. Тюфяк ты. Все, ладно, я понял. Так, ко мне сюда. Значит, объявляем в розыск автомобиль моего брата. Добрый день. Это вас беспокоит директор детского дома. Я хочу вам сообщить, что пришли результаты ДНК-теста. И поздравляю. Ваше материнство подтвердилось, да? Теперь вы можете свободно общаться с Мироном. Спасибо. Спасибо вам большое. Я сейчас же к нему приеду. Да, подъезжайте. Спасибо. Ну, а чего, я обратно поражу. Толик, я не поеду домой. Мне нужно в другое место. А куда, если не секрет? В детский дом. Мне нужно увидеться с Мироном. Ну, хорошо. А ты не против, если я с тобой поеду? Зачем? Как зачем? Может, я хочу познакомиться с Мироном? Правда? Правда? Хорошо. Ну что, мы едем? Поехали. Здесь недалеко. Давай. Мирусечка, смотри, кто к тебе пришел. Папа! Ну что за пожар такой? А ну хоть бы позвонил, предупредил, что приедешь. 5 минут хватит? Хватит. Ну что было на обед? Макароны по-флотски и компот. Макароны по-флотски? Еда настоящих моряков. Все съел? Да. Тогда, значит, ты готов выйти в море. Помнишь, я обещал, что мы с тобой поплывем на корабле? Тогда поехали. А мама? А мама нас уже ждет. Скоро ты ее увидишь. Вон, видишь, машинка? Беги туда, давай. Да это что ж такое творится? Мирон, вернись! Да ты что? Рот закрой. Корова. Сядь, отдохни. Thank you.
Давай, выходим. Что, мы уже приехали? Мама здесь? Нет, мы еще не приехали. Давай, давай. А зачем тогда выходить? А ты видел, впереди нам машинки, да? Сигналили фарами. Ты знаешь, что это означает? Нет. Что? Это означает, что впереди в кустах засада. Какая засада? Пиратская. Так, давай пойдем с тобой. Быстрее, пока нас пираты не поймали. Отец, до остановки с сынишкой подбросишь? Да, поехали. Садись. Анжела, ты как? Сейчас полегче. Что у нее с давлением? Все нормально. Анжела! Нормально. Сюда нельзя. Пропустите, пропустите их. Хорошо. Что случилось? Мирошечка. Аля, Мирошечка. Что с моим сыном? Мирона похитили. Как это? Ивана, это Иван. Анжел, он прилетел сюда, он меня чуть не прибил. Он забрал Алечка, он мальчика забрал. Так, а что полиция? Они ищут, объявили план перехвата, или как это у них там называется правильно, я не знаю. Господи, это какой-то бесконечный просто кошмар. Ну зачем ему понадобился ребенок? Я рядом, я тебя не оставлю. Мы все решим. Знаю, я думаю, Ивану не нужен Мирон, ему просто нужны деньги. Где Иван? Он мне звонит. Ответь. Спроси, что хочет. Слушай меня внимательно. Я два раза повторять не буду. Если снова хочешь увидеть Мирона, соберешь мне 5 миллионов рублей. У меня нет таких денег. Меня это не волнует. Ты кинула меня с участком. Попроси у своих любимых Кунцевых. Лучше верни его по-хорошему. Вас уже ищет полиция. Так, на сбор денег я даю тебе ровно неделю. Если о передаче узнают менты, парниша хана. Поняла? Как ты можешь такое говорить? Ну, это же твой сын. Я надеюсь, ты меня услышала. Где мы возьмем 5 миллионов? Это же огромные деньги. Аль, мы что-нибудь придумаем. Слышишь? Мы вернем твоего сына, я тебе обещаю. Никого нет. Да, конечно, нет, он же не дурак. Его и автомобиль объявили в розыск. Поэтому он его здесь оставил. Теперь он наверняка поймал попутку. Его с ребенком подобрать мог кто угодно. Перещи ветра в поле, черт! С ребенком передвигаться сложно. Ребята уже обыскивают все вокзалы и автостанции. Плохо обыскивают. Мне нужен результат. Товарищ подполковник, как только что-то появится, я сразу... Все, давай, иди. Есть. Я клятвенно обещала Петру Ивановичу решить эту проблему. Свяжитесь со смежниками. Давайте работать, в конце концов. Не волнуйся. Здравствуйте. Извините, пожалуйста. Мама, у тебя есть минутка? Ну вот есть только минутка-то и есть. Ты же видишь, я занята. Будьте добры. Наталья Ивановна, позвоните Марине Семеновне, пусть она этим займется. А, хорошо. Извините. Ну что, явилась? Раиса Викторовна, у нас было много разногласий, но произошло кое-что страшное. Я в курсе похищения ребенка из детдома. Полиция контролирует этот вопрос. Мам, да оставьте этот протокольный стиль. У Али сына украли. Ну, у Али украли-то тут при чем? Вы же разводитесь. Притом. Я же говорила, ничего не выйдет. Аль, подожди меня на улице. Вообще-то она тебе бесплатно участок отдала, а он стоит больше 5 миллионов. Она этим участком откупилась от тюремного срока. Угу. Она воровка, связалась с уголовником. И вообще, Толя, держись от нее подальше. Речь идет о чести и достоинстве нашей семьи. Речь идет о жизни маленького мальчика, мам. Ты вообще думаешь, это не она препараты украла в больнице? Это вы ее подставили. Толя. Анатолий! Аль, подожди. Куда ты? Искать деньги. Я не знаю. Я могу выставить на продажу нашу с мамой квартиру, но кто ее купит за неделю? Потом это всего лишь миллион. Угу. Так, смотри. Я возьму кредит в банке. С моей фамилией мне точно все быстро оформят. Кредит? А возвращать чем? А ты уже подписал документы на передачу участка Лариных? Нет, а что?
Так отлично. Ты сможешь продать участок за нормальные деньги, если мы докажем, что это не ты украла препараты. Так, только надо понять, кто это сделал. Ты помнишь, кто работал тогда с тобой ночью? Ну, дежурный врач, но у нее не было ключа от процедурной, и вообще она была на другом этаже. Может, Герман что-то знает? Ладно, поехали домой, там все обсудим. Толик, я думаю, мне не стоит ехать домой. Почему? Мы же разводимся. Слушай, сегодня мы точно не успеем развестись, дел много. О разводе подумаем завтра. Правильно? Не переживай, мы найдем деньги. Как всегда, вкусно пахнет. Мне кажется, плохо получилось. Не могу ни о чем думать. Ну, у меня тоже салат не как в ресторане, зато по-домашнему. Я хлеб принесу. Пиццу заказывали? Привет. Привет. О, я думала, ты тут страдаешь, голодаешь. Привезла поесть новоиспеченному холостяку. А ты меня ждешь. Вообще-то нет. Поняла, видимо, я не вовремя. Нет, это я не вовремя. Толик, я переночую у мамы. Аль, подожди. Аля. Толя, это я, видимо, что-то не так поняла. Просто ты говорил, что вы разводитесь. Вы помирились? Нет. С разводом все решено. Просто сын Али в беду попал. Я хотел помочь. Но это ведь сын Али не твой? Нет. Тогда пусть отец ребенка и помогает. Вкусно пахнет. Ты готовил? Аля. Аля. А я, между прочим, пиццу привезла очень вкусно из хорошего ресторана. Давай поедим. Послушай, нет. Толя, это ты меня послушай. Ты что, не понимаешь, что она тобой пользуется, а? Она же бросила тебя, она же тебя кинула. Она хотела присвоить участок. Ты что, это забыл, Толя? Толь, ты, конечно, очень хороший, но я думаю, что не стоит взваливать на себя ее проблемы. У нее своя жизнь, у тебя своя жизнь. И это она сама так решила. Ли, потом поговорим. Давай, как закончится, я тебе позвоню. Хорошо? Вон, смотри, какая вкуснотища получается. Ты готовил когда-нибудь рыбу на костре? Тогда смотри и учись. Жаришь вначале с одной стороны, потом с другой. Вон, видишь, как получается? На, держи, сам пожарь. Не люблю рыбу, там кости. Так, не капризничай. Другой еды у нас все равно нет. Не буду есть рыбу. Тогда пойдешь спать голодным. Хочу к маме, где она? Ты обещал, я ее увижу. Хорошо. Давай так. Ты поешь рыбу, а я потом отведу тебя к маме. Договорились? Честно? А то. Давай лопай, без разговоров. Вкусно? Хороший, давай беги к папе быстрее. Здорово. Привет. Привет, бандит. Привет. Привет. Пап, ну пойдем играть. Прости, пожалуйста, что я так тебя и не проведала после того, как у вас с Алей все разладилось.
Да. У меня просто совесть мучает, как будто я телефонным звонком отделалась и все. Не переживай, все хорошо. Да? Пойдем на кухню. А я Али звоню, она трубку не берет. Пойдем. Я не знаю, может быть, она не хочет общаться со мной из-за того, что вы разводитесь. Да нет, у нее сейчас нет времени на разговор. Куча проблем навалилась. Я чего приехал, Гер? Я спросить хотел о краже в больнице ночью 2 числа. Там Аля обвиняют в воровстве, а я не верю, что это она. Ты же в больнице всех знаешь. Может, кто-то из сотрудников ее подставил? Слушай, в ту ночь не моя смена была. Меня там вообще не было. А с кем Аля дежурила, я, честно говоря, не знаю. Прости. А, подожди, подожди, пожалуйста. Какого числа? 2-го. 2-го. А тебя же вызывали ночью в больницу, а? Точно. Но я в хирургию не заходил. Я в реанимации был. Ну-ка, пойдем. Пойдем, 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 пойдем. Скажи, пожалуйста, а что украли? Дорогостоящий препарат для одного больного. Формазин. Формазин? Да, формазин. А что? Да нет, ничего, просто спросил. Ракета! В кафе собирались мы. Пойдешь с нами? Не, я уж поеду сейчас. Ракета! В следующий раз. Счастливо. Ага. Пока. Пап, давай еще. Привет. Оля, доченька пришла все-таки. Да, не оставлю же я тебя одну в больнице, мам. Ты не думай, я навещала его, фрукты привозила, конфеты привозила, подарки. Мам, Иван забрал ребенка. Как? Куда забрал? Он требует за него выкуп. Огромные деньги. В общем, ты была права насчет Ивана. Где же мы теперь деньги-то возьмем? Я думаю, может, продать нашу квартиру. Этого все равно не хватит. Вся надежда только на Толика. Он помогает тебе? Представляешь, да. Я думала, он со мной вообще общаться не захочет после всего, что я натворила. Но он оказался настоящим мужчиной. Я не знаю, почему я раньше этого не ценила. Вот, что имеем, не храним. Ты прости меня за Мирона. Сейчас самое главное, чтобы он вернулся. У тебя руки холодные. Ты что, замерз, что ли? Нет. Ромочка, сходи, с детишками поиграй. Как тебя зовут? Это ты украл формазин? Оксан, ты что, зачем? Ну вот ты ответь мне, зачем. Я же нашла упаковку у тебя в кармане. Зачем ты украл препарат из больницы? Меня заставили. Твои родственники. Ага. Кто? Мама? Мама и Вадим. А что ты на меня так смотришь? А зачем им формазин? Да им плевать на препарат. Им Алю надо было подставить. Она им где-то перешла дорогу. Аля тоже та еще штучка. Толику изменяла, врала. Угу. Ты подожди, пожалуйста, скажи, а при чем здесь Аля? Ты на это зачем пошел? Какая? Ты уважаемый хирург, приличный человек. Какая разница? Согласился и все. Ну хорошо, я сейчас маме позвоню и все узнаю, да? Подожди, подожди, подожди. Не надо звонить маме. Я совершил ужасную ошибку. Ужасную ошибку, Оксан. Они об этом узнали и заставили меня. Какую ошибку? Я изменил тебя. Один раз. По пьяни. Я сам не знаю, как это произошло, и ты не должна была об этом узнать. Ты трус. Ты трус и подлец. А как ты теперь будешь сыну в глаза смотреть после этого? Оксан. Давай, давай, давай. Оксана. Рома! Рома! Оксан! Так, давай, быстро. Ну? Пойдем, зайка, домой. Оксан. Пойдем, мой хороший, пойдем. Ну, прости меня. Ну, что я должен пойдем сделать, чтобы все исправить? Давай. Пап, ты с нами? Ну. Я с вами, кидайте меня. Измену как-то могла бы еще пережить? А вот подлость никогда. Опа! И что мне теперь делать? Поймали. Для начала подальше, подальше. Признайся в том, что ты натворил. Пойдем. Мам, мы куда? Я хочу еще поиграть. Ну что? Ей получше.
лучше. Хорошо. Мы можем постельный режим. А, о. Герман Владимирович, у вас же выходной сегодня. Аль, прости меня. Это я забрал формазин из процедурной. Твоя мать и твой брат шантажировали меня. Угрожали. И я не смог им отказать. Я догадывался. Я сейчас иду к главврачу. Я все исправлю. Надеюсь, еще не поздно. Что это? Это формазин для Супонина. Я взял препарат и забыл его вернуть. Я прошу прощения за халатность. Это нехорошо получилось. А что же молчали, когда ее арестовывали? Я очень виноват. Виноват. Как мне это все надоело. Пишите заявление посольству. Но, Альберт Михайлович, как же вы без меня? Не знаю. Хирург вы хороший. Но память у вас ненадежная. Мне такие в больнице не нужны. Вдруг вы в пациенте скальпель забудете. Пишите, пишите. Ты ничего не хочешь сказать? Ты о чем? Я знаю, что ты Алю подставил. Мне Герман признался. Тихо, тихо, братиш. Ты чего так орешь-то? Я при исполнении. Я хочу, чтобы ты закрыл уголовное дело против Али. И никакой передачи участка не будет, понял? Ты против семьи решил пойти? Из-за какой-то девки, которая врет тебе все время, стрекороба? Да, она мне, может, не сказала всей правды, но зато зла никакого не делала, в отличие от тебя. Я как бы дал тебе. Так давай бей! Давай! Ты же только силы проблемы решать умеешь, да? Да поздно уже тебя бить. В детстве надо было. Значит, Герман, тебе все рассказал. Ну что за семья? Один трус, второй Робин Гуд. Просто закрой дело о краже. Тем более кражи никакой не было. Ладно, я закрою дело. Товарищ начальник. Ромочка, ешь мороженое? Вкусненько? Ну вот, что ты за человек у меня такой? Скажи, пожалуйста. Возьми салфеточку и вытирай рот. Папа, папа! Привет. А я тут мимо проходил. Смотрю, вы. Да и думаю, зайду. Можно я присоединюсь? Да, пожалуйста, конечно. Я был у главврача. В общем, теперь я стал безработным. Но зато ты остался человеком. А это намного сложнее, чем найти новую работу. Значит, ты сможешь меня простить? Я не знаю. Если у меня есть хоть малейший шанс, я все сделаю, чтобы сохранить нашу семью. Тебе дали кредит? Да, правда, только 4 миллиона получилось. Даже фамилия моя не помогла. Понятно. Ну, где мы будем брать остальное? Аль, ты не волнуйся, я сейчас постараюсь еще у кого-нибудь занять. Слышишь? Да. Толя, я хотела у тебя спросить, зачем ты все это делаешь? Аль, твой ребенок в опасности. И помочь ему некому. Да тем более мы с тобой друг другу не чужие люди. Спасибо тебе. Спасибо большое. Привет. Привет. Это мы? Не помешали? Сестрёнка, тебя-то я всегда рад видеть.
А вот этого предателя в своем доме не хотелось бы. А мы пришли извиниться. А-а, так он же уже извинялся. И все же, прости меня. Ну, вот и молодец. Почему ты мне не звонишь? Ты меня совсем забыла. Да я думала, ты со мной разговаривать не захочешь после всего. Глупости какие, мы же подружки. Ну как ты? Нам не хватает 1 000 000 рублей. Оплатить уже завтра нужно. Герман? Да-да, конечно. Мы поможем. У нас же есть сбережения. Спасибо. Спасибо огромное, я все верну. Я продам квартиру и я продам главное, все. Чтобы мальчик не пострадал. Спасибо. Это Иван. Да, я нашла 5 000 000, как ты и просил. Отлично. Значит, встретимся завтра на берегу. В полдень. Помнишь мыс, где мы с тобой гуляли? Да. Вот, встретимся там. Добраться туда можно на лодке, поэтому найдешь ее. И не дай бог за тобой будет хвост. Ты больше никогда не увидишь сына. Все, до завтра. Подожди. Дай мне с ним поговорить. На пару слов. Он спит. Завтра наговоришься. Я должна убедиться, что он жив. Пожалуйста. У тебя минута. Иди сюда. Вылезай. На, это мама, поговори с ней. Алло, мама? Миленький мой, здравствуй. Как ты? Тебя не обижали? Я хочу к тебе. Солнышко, я скоро тебя заберу. Слышишь? Ты можешь мне сказать, где ты сейчас находишься? На пляже. Так, дай сюда. Дай, дай, я хочу поговорить с мамой. Замолчи. Ты меня достал. Иди сюда! Иди сюда, я сказал! Так. Иди и сиди там. Достал. Ну, пора и чей знать. А ты что, правда сейчас собираешься домой ехать? Ну, наверное, да. Так, а может, не стоит? Нам пора. Спасибо вам, ребят, за то, что... Брось, спасибо. Деньги – дело наживное. Удачи вам. Пока, Оксанчик. Угу. Пока. Пока. Я тоже поеду тогда. Да, может, правда останешься? Завтра день трудный, а тебе не стоит одной находиться. Я вон в гостиной прилягу. Здравствуй, Аля. Здравствуй, Лида. Не переживай, я на минутку заскочила. Я уже ухожу. До свидания. До завтра. Лида, ты зачем пришла? Мы же договорились, что я сам тебе позвоню. А я соскучилась очень. Слушай, у меня день завтра важный. Мне отдохнуть нужно. Ну и прекрасно. Тебя нужно расслабить. Пойдем. Пойдем. Слушай, я вот думал о нас. Что? Спросить хотел. Ну? Ты же в институте на меня даже не смотрел. Чего изменилось-то? Слушай, ну ты же таким тихоней был. Стишки мне все писал. Я думала, ты какой-то обычный паренек из провинции. Пойдем. А если б я тусовался и на каждом углу кричал, что у меня мама мэр, ты меня раньше полюбила. Нет, я не это хотела сказать. Ну что ты злишься? Пойдем, я тебе массаж сделаю. Пошли. Да не надо. Что ты? Той ночью ты был очень страстным. Той ночью я был очень пьян. Не мог мыслить, ясно. Это все из-за Али? Ты хочешь к ней вернуться? Неважно. Просто ты не та девушка, которая мне нужна. У тебя есть 30 секунд, чтобы вернуть свои слова обратно. Лид, я... не люблю тебя и вряд ли смогу полюбить. Прости. Придурок, козел. Как был тификом, так и мы остался. Козел.
Вот деньги, пакет непромокаемый. Так что, если воду уронишь, не страшно. Скорее бы все это уже кончилось. Да все будет хорошо. Обратно вернешься с Мироном. Народ, кормила вас. Ехать надо. Толик, ты зачем ему-то сказал? В смысле, зачем сказал? Я начальник полиции. Мои люди уже неделю. На ушах стоят, ищут его ребенка. Вадим нам поможет. После передачи денег они захватят Ивана. Катер морской полиции наготове. Ждет моего сигнала. Только мне очень страшно. А я не волнуйся. Мы спрячемся, проследим за тобой. Сначала отдашь деньги, заберешь Мирона и вернешься сюда. Потом уже дальше будет действовать полиция. Поняла? Да. С Богом. Справишься? Да. Были учителя в свое время. Нам тоже пора, лодка ждет. Нытик. Мама, мама! Молчи, а то сейчас за борт выкину. Деньги давай. Деньги? А ты хоть раз сказал мне правду? О чем? Никто на тебя не покушался 4 года назад. Ты просто кинул меня беременную, побоялся жениться. Все не так было. Неужели? Ну-ка расскажи мне. Ты действительно хочешь сейчас поговорить об этом? Да. Ну, слушай. Зря ты это, сынок, зря. Бать. Да брал ты эти золотые цацки или нет? Быстро говори, пока я тебе башку не открутил! Бать. Что, батя, отвечай! Ну, у меня они. Идиот, зачем? Да заколебался я на этого мента батрачить. За гроши. В отказ ушел. А Сысоев сам дурак. Налокался и начал про эти дела с контрабандистами рассказывать. А я сразу понял, что к чему. Подкараулил его на пляже и вырубил. А золотишко себе забрал. Ну, герой, теперь этот ментера нас живьем сожрет. Не сожрет, бать. Я Алю заберу, и мы уедем далеко. Я уже искупщика нашел. Пойдем со мной вечером на склад. Подстрахуешь. Что-то мне одному стрёмно. Все должно было пройти гладко. Но мой кореш Кривой прознал про золотишко и решил кинуть меня. Ты скупщик от Кривого? Ну и я. Показываю товар. Бабки покажи. Сначала золотишко. Хрен тебе. Бабки показывай. Спокуха. У меня все чисто. Подставы не будет. Порежу к чертям собачьим. Дурака кинут. Так, значит так, раздевайся. Зачем? Поменяешься с ним одеждой. Паспорт ему в карман и дуй за бензином. Зачем? Ты чего, дурак? Тебя на 10 лет за убийство посадят. А так брехают, что это ты на складе сгорел. Давай. Подожди, а как же Аля? У нас ребенок скоро родится. Другую найдешь. Я свою отмотал, а тебе не советую. Свобода дороже.
Так, возьмешь лодку, пойдешь по морю, а там отсидишься где-нибудь, ты понял? Ты понял? Да. Давай, дуй, 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 дуй. Потом мой отец подсунул ему обгоревший паспорт. А золото? А золотишко я с собой забрал. Только продал дешево мелким скупщикам. А деньги? Деньги я быстро потратил. В карты начал играть. Ну, а дальше ты знаешь. Какая же ты сволочь. А мне плевать, что ты обо мне думаешь. Я хочу жить нормально, а не бояться каждой тени. Вот сейчас расплачусь долгами и уеду куда-нибудь за границу. Бабки давай. Отдай мне сына. Не. Пацан моя кровь. А к тому же моя страховка. Лег, быстро. Мирон! Ляг, я сказал. Мирон! Мирон! Черт, он Мирона увозит. Где полицейские катера, я не вижу. Сами справимся. Толик, он ушел. Забрал ребенка и деньги. Аль, не волнуйся, мы вернем Мирона, слышишь? Аль! В участок. Хорошо. Пойдем. Но вам нужно будет проехать в участок, подписать. Да, хорошо. Не, ну если хотите, вы можете подписать здесь. Завтра тогда поедем. Хорошо. Сань.
События развиваются очень стремительно. Показания задержанного похитителя Ивана Ларина вскрыли коррупционные схемы на самом высоком уровне нашего города. Вадим Кунцев, начальник полиции, находится под следствием. А мать его, мэр города Раиса Кунцева, только что подала в отставку. Раиса Викторовна, это вы приняли решение уйти в отставку или вас заставили? Без комментариев. Раиса Викторовна, прокомментируйте, пожалуйста. Ответьте, пожалуйста, Раиса Викторовна. Сначала в адвокатскую фирму. Мне нужно поговорить с адвокатом Вадима. Наверное, самого дорогого наняла. Да. Это мой сын. И я буду бороться за него до конца. Ну, правильно. Только Вадима хотят посадить по делу. Как ты можешь так говорить? Он же твой брат. Все из-за этой Али и ее любовника. Дрянь, ненавижу. Слушай, ну, Вадим ввязался в контрабанду не из-за Али. А все его преступления совершались с твоего позволения, мама. Так, останови машину. Я сказала, останови машину! Как скажешь. Ну что же, поздравляю вас с официальным усыновлением. Все бумаги оформлены верно. А вы, молодой человек? Отправляйтесь домой жить с мамой. Ведите себя хорошо. Ура! Мама, а ты не отдашь меня обратно? Никогда, мое солнышко. Оксаночка, кажется, в этот раз мы перестарались. Привет. Привет, сестра. А я думаю, это твоя машина, или я обозналась? О, привет. О, здорово. Вы куда так закупились? Оксаночка затеяла пикник. Кстати, Аля тоже будет. И Ромочка с Мироном так подружились. Хорошо. У вас как дела? А, да ничего, нормально, налаживается потихоньку. Герман на новую работу устроился. Ага. Между собой как? Ты его простила? Да нет, конечно, зачем? Пусть бегает. Ну все, дорогая, я все уложил, можем ехать. Толя, поехали с нами? Аля обрадуется. Да ладно, не хочу ее ставить в неловкое положение. Да ты попробуй. Ну, решай. Давай, на связи. Поехали. Сейчас, Мирон, я тебе чаю налью. Мама, ну сядь ты, бога ради, я сама же все сделаю. Да я насиделась уже, вот чай свежего заварила. Отдыхай. Ага. Ой. Ну что, будешь варенье малиновое? Да. Это я для тебя, я его специально варила. Сейчас бутербродик сделаю. Что надо сказать, Мирош? Спасибо, бабушка. Бери бутерброд и бегом в мамину комнату. Там столько интересного. Держи. Ну что, когда у тебя с Толиком развод? Через неделю. Не хочешь с ним помириться? Ну, конечно, хочу, мам. Но ты же знаешь, что он никогда в жизни меня не простит. Я ему столько гадостей наговорила, что не люблю его, что никогда не любила. Ну, так и скажи, что это не так. Мам, я не знаю. Огурцы порезала? Ага. Смотри, как я быстро. Рома, не бегай так быстро, ты сейчас упадешь. Тетя Толя, тетя Толя. Здорово, богатырь. Как дела? Хорошо. Хорошо? Привет. Привет. Молодец, что приехал. Привет. Привет. Пойдем играть в мяч, а? Хорошо. Побежали.
Мальчики, пора играть в мяч. Мама, Мироша, давай. Ромик, вперед. Как жизнь? Все нормально. Давай, потихоньку давай, налаживается. Рада тебя видеть. Я рад. Ура! Слушай, тебе не надо сближаться с Миром. Папа, на тебе. Почему? Он такой маленький. Привыкнет к тебе еще. А у нас с тобой развод через неделю. Давай не будем торопиться с разводом. Догони, догони. Как это? Ты что, готов начать все сначала? А ты? Опа. Ну, конечно. Тебе то я давно хотела тебе сказать, ты настоящий мужчина. Верный, надежный. Я все это время любила только тебя. Просто не понимала этого. Ты моя настоящая любовь. Так, а кто за мной? Кто первый?